Лето. Теплые дни без учебы и забот. Но даже в такое время дети могут оказаться в опасности. По данным госавтоинспекции Самары, за 7 месяцев текущего года произошло около 70 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибших нет. С целью предупреждения подобных происшествий сотрудники госавтоинспекции напомнили школьникам, отдыхающим в лагерях, о правилах дорожного движения. Хотелось бы, конечно, обратиться к родителям в первую очередь, так как у нас заканчиваются летние каникулы, и сейчас дети пойдут в школу, чтобы они еще раз объяснили, как переходить проезжую часть, на какой сигнал светофора, где это необходимо делать, потому что безопасность ребенка превыше всего. Особое внимание уделили несовершеннолетним водителям средств индивидуальной мобильности – велосипедов и самокатов. До 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее на симах. Дорогу необходимо переходить пешком, а средства передвижения – вести рядом. О правилах безопасности сотрудники госавтоинспекции и других подразделений рассказали детям в игровой форме. Мы зачастую проводим беседы, интеллектуальные игры с детьми, где более... как сказать, в формате игры доводим до них меры безопасности, потому что возрастная категория детей разные, и не все воспринимают чаще всего речь взрослого человека. Поэтому это происходит в виде игры. В завершении встречи для детей провели танцевальный флешмоб. На дороге не зеваю, никто встречу сказка. Скорость я не превышаю, еду безопасно. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.